Вот и завершился учебный год. Сегодня во всех школах района прошли торжественные линейки. В этом году последний звонок прозвучал для 503 11-классников, а также навсегда со школы попрощались 1406 9-классников. Репортаж с праздничной линейки в школе номер 39 хутора Голицына открывает наш сегодняшний выпуск новостей. На торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в 39-й школе, было по-особенному празднично. Ведь сегодня ребята, проучившиеся в школе 11 лет, навсегда ее покидают. Конечно, будут еще экзамены и выпускной, но праздник последнего звонка – это финальная черта, переступив которую, выпускники отправятся в свободное плавание, в самостоятельную жизнь. Свой последний учебный день в школе они встречают калейдоскопом чувств и эмоций. Чувства очень смешанные, потому что это и радость, и грусть, и печаль, и свобода с одной стороны. Ну и, конечно, грустно, что ты уже взрослый, что ты упорхнул из маминого гнезда, и начинается взрослая жизнь. Не хочется ответственности. Я бы хотела выразить огромную благодарность всему педагогическому коллективу школы номер 39, потому что это те люди, которые вложили в нас очень много знаний, опыта, научили нас, что хорошо, что плохо, и дали нам, наверное, какие-то напутственные слова на будущее. Мне немного грустно, но в основном я рада, что этот этап жизни закончился, и я счастлива, я много работала, поэтому я думаю, что я сейчас заслуживаю вот этого чествования, проходки красивой, всего праздника хочется действительно. Я рада, что я закончила 11 класс, и я могу теперь пойти дальше по жизненному пути. У меня большие планы, очень большие. Я хочу поступить в медицину, стать врачом. Я буду первая в семье врач, поэтому я очень волнуюсь перед экзаменами. Но я еще раз повторюсь, я очень много готовилась. В этом году в 39-й школе выпускается всего один 11-й класс, в котором, так сложилось, учатся одни девочки. Для классного руководителя Ирины Ивченко этот выпуск особенный. Они самые красивые, самые умные. Еще не было ни одного выпуска, чтобы было столько отличников, отличниц. Потому что они у меня девочки, у нас мальчиков нет в классе. Они прекрасные. Весь год участвовали во всех олимпиадах и по спорту преуспевают. Они самые замечательные. У нас самая замечательная школа в районе. На торжественную линейку поздравить выпускников, родителей и учителей с окончанием учебного года приехали почетные гости, в числе которых был и глава Славянского района Роман Синеговский. Дорогие наши выпускники, вас ждут испытания. Я уверен, вы их преодолеете, успешно сдадите экзамены, приобретете профессию. Хотел бы, чтобы эта профессия была для вас любимая, потому что если вы будете любить свое дело, значит, вы обязательно добьетесь в целом жизни больших результатов и будете успешны. Уважаемые учителя, большое вам спасибо за верность и преданность своему делу. Дорогие родители, пусть ваши дети будут здоровы и счастливы. Всех с праздником! Всего самого доброго! Лучшие ученики школы, отличники, призеры и победители научных конференций и олимпиад были награждены похвальными грамотами и денежными премиями. Мы приглашаем сюда Букач Оксану, ученицу 11 А класса, чтобы вручить ей грамоту и премию. Ура! Все достижения учеников – это, в первую очередь, конечно же, заслуга учителей. Благодаря их усилиям дети покидают школу с багажом знаний, которыми будут пользоваться всю жизнь. Выпускники поблагодарили своих педагогов и школу за пройденный вместе непростой, но интересный путь в самостоятельную жизнь. И вот наступает самый трогательный момент любого праздника последнего звонка – прощальный вальс выпускников.
Все напутственные слова сказаны, прощальный вальс исполнен, звенит немного грустно и печально последний звонок, приглашая выпускников на последний классный час. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».